10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Radiant team pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Slark. Team Empire's turn to pick. Ну что ж, дорогие друзья, и еще раз всем огромнейший привет, может быть, даже последний на сегодня. Team Empire против 4Clovers и Leprechaun. Игра 4-я по счету. Поаплодируем командам и перейдем уже к обсуждению пиков. Да, Клевера, в свою очередь. Хотел бы сказать то, что ребята сделали небольшие выводы. Что имперцы очень хорошо играют в свою доту, и раз уж такие дела, то давайте попробуем как-то удивить их драфтом. В принципе, много чего интересного мы сейчас видим. Вот кто на ком играем, давайте расскажем. Никла на Windranger, Секси Бамбу Найтсталкер, Сакса на Тасике, ЕГМ Рубик и Пайкат забрал Кири Сларка. Ну, а у Империи на Алхимике поиграет у нас Резолюшн, Гирокоптер в исполнении, конечно же, Хвоста, No Fear, Dazzle, Бейн от Алоха Дэнса и Фаник поиграет Спиритбрейкером. Клевера решили взять довольно-таки необычный для себя драфт, то есть как-то они хотели попробовать забрать себе Кора, который будет способен бороться с Алхимиком, Гирокоптером, Дазлом, но таких кэрри я не знаю. И когда ты не знаешь, кого брать, то, наверное, единственный герой в доте может всех поубивать. Это Сларк за счет сноубола. Так, довольно интересная ситуация. Фурсель побежали. Видят все это дело ребята из Empire. И, судя по всему, они не хотят давать бой. Какие наглые Фурсель. Не хочет Алхимик, что качать спилы, там, тучку для замеса, ему... У него есть только одно желание, это пойти и забрать баунти руну. Клеверам, естественно, на это нужно реагировать, нужно прям за ним бежать, и посмотри, какая движуха Пепси. Всей команды перетягиваются, и Баратрум с Бейном их останавливают. За баунти руну. Подходит сюда Пайкат, прыгает на Резолюшн. 500 голды все-таки в карман падает. Резолюшн руну забрал, здесь мы понимаем то, что Сларку драться очень неприятно. Все-таки единичка армора против Баратрума, против того же Бейна, это жутко опасный противник, и лучше всего убежать. Да, ну и в общем-то, пока ничего сверхстрашного не происходит. Мы привыкли, в принципе, видеть то, что Алхимик забирает первую руну, потому что это не паблик какой-то, это профессиональная дота, и здесь в любом случае одна из рун, в большинстве случаев, забирается одной командой, как минимум. То есть ты в любом случае хотя бы одну руну отжимаешь. Так, ну что, по итогу у нас, получается, будут пытаться как-то щемить Алхимика. Есть для этого Тускер с Windranger, но Тазл, соответственно, тут тоже не просто так будет помогать. Ну а на топе Nightmare. Rocket Bear же имеется в наличии. До максимума подождали. Секси Бамбу пытается мансовать. Мансы пока такие себе. Проедает еще один тангус. У него есть тапок, и, в общем-то, он уходит отсюда. Здорово разносил. Бамбу линия очень тяжелая.
Здесь он бы, ну, гирокоптеру вообще ничего не сделает. То есть единственный шанс как-то сагрить на себя линию, это пойти потавиться, получить энное количество урона, ну и после этого сделать так, чтобы линия запушилась. В принципе, бамбу вот этого и добился. Да, так и есть. Втягиваются к нему крипы, сейчас он получит то, за что боролся. Но Ну и в меди хочется отметить то, что Resolution, в принципе, против Эрочки должен стать без каких-либо проблем, потому что Дазл — это очень сильный защитник, и алхимику под Дазлом в меди, ну, ты вообще ничего не сделаешь. То есть он кидает тучку, он принесет себе топорик, вот мы видим, он лежит в стэше, он будет всех крипов добивать, и сейчас для клеверов, ну... Разве что качать Сларка, тогда, может быть, будет что-то получаться. ЕГЭ пытается разминать, у Фаника проблемки, разбег, Фаник дерется на мужика, сделает ли он еще одну тычку, эту тычку сделать не удается, Фаника вкатывается, есть Фредблад. Айкат вот остается от СВБ. Ну вот мы видим, что Фаник играет довольно-таки авантюрно, хочет как-то попробовать убить Рубика, может быть там прокнет на баш, но Айкат своего суппорта защищает, и Фанику нужно играть очень аккуратно, чтобы Сларка не накачать. Про Сларк бы хотел сказать то, что герой довольно-таки... Ну, необычный, то есть он очень хороший, если он атакует, и опять нападает Фаник, боже мой, что он делает, в итоге опять цепляет его Пайкат, первая в кулдауне, и очень больно пробивает Фанику, но ничего себе, он идет 1-3 драться, может быть получится. Ни разу, боже, 17% ни разу, к сожалению, да. Не сработали. Тот Спирит Брейкер, который башит направо-налево, и он мог здесь на самом деле с легкостью оформить даблкил. Он их разводит на спилы. Смотри, вот у Рубика мана уже заканчивается, у Сларка на паунс нет, также закончились регены, и в принципе можно бежать еще раз. Если бы сработал хотя бы один баш, он бы потом успел дать разгон, он как минимум одного бы минуснул. А то и если бы два баша проперло, то там бы, я уверен, там даблкил был бы, вот прям 100%. Секси бомба в топе. Опять под той же комбинацией, фокус очень жесткий, опять пытается мансовать, и буквально еще тычечкой очень грамотно с флаг-кэнона получается сделать килл. Первый фраг для Империи, очень важный. Более на Найтсталкере, учитывая то, что Найтсталкер — это тот герой, который с появлением ночи будет делать очень много грязи, и сейчас нужно его максимально прохарасить и приглушить, чем-то, в общем-то, и хорошо вроде занимается. Но четвертый левел-то есть. Четвертый левел есть. Так, теперь как-то могут попробовать клевера скоординироваться и попробовать забрать алхимика, потому что Дазл периодически уходит улить леса. Потому что вот, ну, не знаю, другую причину, зачем Тасик пришел на центр, также у нас есть Рубик, и летят, все-таки вернулись обратно вниз помогать Сларку. Сларк не самой выгодной позиции против Братрума, потому что, казалось бы, Сларк его убивал, может быть, там у Братрума статистика 0-2, но при этом Братрум 4 уровня, Сларк такой же, и по тычкам Сларк он проигрывает. Тут руну. Руну ДД забрал Тасик, начинает пробивать Фаника. Фанику нужно уже свой раунд брать, потому что не стоит по лицу получать. Дает башек, врывается Рубик, ну-ка прокаст, Фаник, беги, первая в КД, да, мы ее сбили. И у Фаника проблема, потому что бежит за ним Тасик до конца, очень скоро будут шарды, но Дазл... Пауэршотом подрезало и совсем не ожидали этот пауэршот, боже ж ты мой. А Ник в этом моменте не упустил секси-бомбу. Пошел. А что, правда, пошел куда? Да, он пошел. Они как-то стараются напрячь алхимика, но, наверное, единственное, что вот можно сделать, это почекать леса. Все-таки под тавер лезть такими героями, как Верочка, не очень хочется, да и Дазл там сейвит своего алхимика, так что нужно как-то дистанцию держать. Ну вот опасно на самом деле играют, вот тут смотришь на пик Парсиэля, понимаешь, что на самом деле они дают очень много времени для алхимика, а алхимик, он же ж по сути-то, ну я не думаю, что это будет тот алхимик, который покупает всякие тактарины, радианцы и прочее, это будет нормальный здоровый алхимик, который купит там, ну не знаю, какой-то дагер, какой-то Solar Crest, Кирасу, БКБ, там какие-то аганимы возьмет для своих тиммейтов, хотя тут вроде ну, никому вот, аганим особо не нужен. Ну вот уже с большой вероятностью он это все купит, потому что взял он для себя ПТ на силу, также он принес себе Sage Mask, и обычно вот такие алхимики говорят только об одном, что они будут ходить и драться. То есть, конечно, здорово там, ну вот, покупать всякие Октарины и Радиансы, но, как мы знаем, профессиональная команда за это наказывать умеет, и лучше паковаться более надежно. Да. Получает Resolution Ultimate, сразу его подрубает. Так вот, по поводу алхимика, если немножко еще продолжить, и Сларк ему дает время на это. Это не тот Кири, который там быстро может что-то нафармить. Но, опять же, мы видели игру Пайката, мы видели, что этот человек очень хорошо отыгрывает сегодня и вообще на протяжении всего Дримхака. Поэтому, в принципе, может быть, он и станет тем самым жестким Сларком, который развалит кабинеты
своему оппоненту. Ну вот сейчас самое главное для Сларка — это набрать левел, чтобы Бырик взял себе, может быть, 11-9, и был бы у него Тарпак и Паунс четверочку, мог он бегать, убивать. И вот тогда у него есть все шансы никогда не бегать на базу и... Вкатывается и в Ноуфира, в лесу очень больно Ноуфира порвало. Паника нападает по таверам, Пайкат прожимает Shadow Dance, забирает Братрума, и это минус 2 от клеров. Да, на разных частях карты, пока очень-очень качественно. Опять же, 1-0-2 у Сларка, это не самый пассивный, как ни странно, керри получается. Очень много даже нападений. Но очень сильно не везет Фанику, и игра, конечно, в корне отличается от того, что было в предыдущих, да, картах. Тут он, конечно, уже 4 раза отъехал, это многовато, при том, что левел у него 7. Если взять того же Найтсталкера, 4, да, я 7 сказал? 4. Если взять того же Найтсталкера, у него 5 левел, отъехал он только один раз, и еще даже умудрился один раз убить. Ну, может быть, стоит Фанику, например, переместиться на мид и получать экспу, потому что, в принципе, мы видим, что в миде никого нету. Дазл с алхимиком, да, ушли фармить свои стаки. Это довольно-таки надежно. Ну, вот очень тяжело будет алхимика в такой ситуации забрать. И вот Верочка уже мнет мид, Баратруму нужно выдвигаться. Выдвигается Бейн. Решили все-таки Бейна до 6 левела докачать. И выход на Фаника. Как прям под тауэр абсолютно. По себе сделал тычку, получил 2 или 3 тычки от этого тавера. Опять же, у него есть ультимейт, себе хп в случае чего восстановит, поэтому все нормально. Телекинеза все-таки нападает, потому что есть все-таки еще у Пайката ультимейт, он его не жалеет, продубает сразу, 2 телепорта имеется в наличии, подхилили Грейв сверху, спасли своего тиммейта, в ответ убить получится ли кого-то, Герокоптер хочет догнать, но там уже далековато. Сларк, он выживает. Чуть-чуть. Вот это вот дилемма. Если бы первый полетел Герокоптер, он бы успел дать прокаст и, может быть, кого-то убить в ответ. Но если бы не прилетел первым Дазл, тогда не засейвили бы Спирит Брейкера. Да, в любом случае, довольно-таки размен ровный, как одни, так и вторые немножко друг друга попугали и убежали, и вот сейчас очень тонкий момент. Алхимик уже имеет 8 уровень и начинает неприлично много фармить. Если посмотреть по нетворсам, он уже на 2000 обгоняет Виндрейнджер, и Кливерам срочно нужно выдвигаться, потому что позволять вот так фармить алхимику нельзя. Да, если мы посмотрим на графики, преимущество, кстати, не супер огромное, но оно... Ну, оно накапливается, оно будет, вот, с каждым, да, шагом, вот эта вот монетка, которая алхимика качается, она будет окупаться. И нужно вот как-то дождаться ночи. Сакса на топе под чаржем, катился в него, хорошо задоджил. Нужны хорошие шарды. Отзонить Бейна, чтобы... И баночки после Найтмара заезжают очень четко и без вариантов. Зафармил 20 плюс голды сверху резолюшн. Еще 20-ку с сигиля. Так, ну и раз уж имперцы фармят свои ресад, то Пайкат предпринимает попытку пуша, чтобы хоть кого-то можно было стянуть. И Фаник прилетает сюда. Его отогнали. Пайкат у нас вынужден ретироваться. 8 уровень. Пока непонятно, что он будет для себя фармить. Но я думаю, в его случае какой-то, наверное, с Fast Shadow Blade постарается выйти, чтобы алхимика убить. Алхимик, в свою очередь, понимает, что, скорее всего, за ним будут охотиться, и покупает, наверное, самый лучший айтем против вот таких героев, где очень много бьюсерки. Да. Это Solar Crest и миссы. Solar Crest и армор, и миссы, и все подряд дает то, что нужно, в общем, алхимику. Такой прям общий укрепляющий айтем. Единственное, что он не дает, это хитпоинты, но... Но, как мы видим, здесь там... такого супер бурста нету. То есть, разве что Сларк имеет мини-бур за счет вот двух своих скиллов, но все остальное нам такое легкое. Повершотик, телекинез, так что алхимик сейчас пакуется очень хорошо. Полностью согласен. Ну что ж, Сларк на своем лайне, ну, по нетворсу он имеет 3900, не уступает вражескому Герокоптеру. Ну, такой, я уже думаю, Герокоптер он больше такой, как полунюкер, потому что все-таки мы видим, основные нетворсы идут в пользу алхимика. Алхимик уже опережает на 3000, и я по-прежнему повторю, если вот так вот еще минут 10 побегать, то алхимик там почти в два раза перефармит любого, и на этом игра может закончиться. Надо идти. Да, он может попросту стать неубиваемым. Сларку для того, чтобы забрать такого, ну, алхимика, нужно очень много фармить, а на самом деле, если преимущество будет, то камбэкать в эту игру будет очень тяжело. И желательно вообще не доводить ребятам из Форсейл игру до стадии, где им нужно камбэкать. Наоборот, то есть они должны гнуть свою линию, они должны давить и заставлять Империю ошибаться и пытаться камбэкать. Дазл пока в миде, здесь вроде что-то похожее было на нападение, но вроде бы и не напали. Его у себя держит, стоит Сакса на
позиции. Нет у него еще пока ультимейта, только 11-я минута, у него 5-й левел. Ну и вот пробует давить таким небольшим образом. Есть хоста у Никвы, также есть фокус фаер, можно побить тавер, но алхимик выходит, кастует тучку, и вот сейчас клевера должны понимать, что нужно как-то, возможно, обходить, там, зайти в спину смоки, ну, чтобы вот этого алхимика до тучки принимать. Пайкат покупает смоки. О, пайкат, вот, ну, пайкат, он... Хватит это терпеть, говорит пайкат. Ну да, он хватит это терпеть, пора. Он прекрасно понимает, что он не убьет тут некоторых людей, которые, ну, как-то фармят побольше него, и нужно идти показывать серьезные решения. Так, смоки есть. Шадо амулет себе приобрел. Все, пошли. Теперь для имперцев очень тонкий момент. Сларк ушел с линии, и они... Вообще никого нет на вообще, линии. Вообще, то есть нужно принимать защитные позиции. Очевиднейший ганг, на самом деле. Ну, да, то есть тут, скажем так, идет у нас полная защита. Кстати, куда убегает хвост? На Т3 Тауэр. У него, походу, есть уже какая-то кнопка. Да-да-да. Дисконнект. Каждый раз, когда противника нет на карте, жмешь дисконнект, и тебя автоматически отправляют на фонтан. Все нормально. И вот хороший врыв. Вот смотри, как хорошо забегает один из игроков. Он сейчас видит. Точнее, понимает, что здесь могут стоять. Если никого не стоит, то действие простое. Иди и забирай товар. Все, в принципе, если сейчас они его заберут... Сларк находит себе жертву, прожимает Даркфакт. И тут, кстати говоря, Финсгриф. Финсгриф не успевает прожать. Очень хорошая игра от Пайката. Но получится ли сделать фраг Пайката? Все-таки жестко продамажит. Нереально берет от него. На него обрушивается. Ника вынуждена отступать. Шеклшот в кулдауне. Телекинез на резолюшена. Ника убежал там под Виндраном. ЕГМчик тоже вроде может отъехать, если даггер есть. А да, кстати, да, даггер тоже есть. Банка залетает просто на пол хп, разрывает на части. Может быть, даже и имеет смысл бежать дальше. Виндрейнджер, правда, далековато. И Виндран имеется в наличии. Минус 3, очень легко Империя разбирается и контр инициирует. По итогу остаются в огромнейшем плюсе, и при этом еще тавер будут забирать. Это разгон на Никву, но не получится. Вторые смоки покупает секси бамбу. Он понимает, что и либо сейчас, либо никогда, и нужно как-то попробовать. Шейкл связывает двух крипов. Резолюшн. Пауэршот хорошо прокатывается, уже второй раз. Резолюшн в итоге прожимает свой ультимейт и свободно восстанавливается. Но накручивает банки, набалтывает. Очень много дэмэджа. Опять же, Сакса развалился. Под тучку его убило. Разгоняется. ЕГМу больно. Секси Бамбу тоже под фокусом. Здесь уже не понимает Резолюшн. То ли одного убить, то ли второго. Забирает пока одного. Второго за вторым гонятся. Убегает отсюда Пайкат, уже понимая, что просто без каких-либо вариантов для него. Алоха бронесапом забирает еще одного. Его при сложности опять троих минусуют. Похоже на закидон. Очень жесткий закидон. Пайкат. Найтмар. Есть ульта, есть... прожимает рту. А вот очень, теперь как-то Ахетик как-то паунсом получается уйти. Блин, кстати, очень грамотно сбил действие даггера. Закинет, он спрятался в инвиз. Так, а теперь вопрос, есть ли что-то? Тюкнул, шеклшот, резолюшн, чихало, все происходящее, прожимает ультимейт, теперь у него бешеная регенерация, убить, конечно, не получится, свой фокус переключает на Алоху Дэнса, банки опять же накручивается, заметает, Пайкат сразу развалился, Никва пытается отсюда уйти, резолюшн под шеклшотом, и теперь уже, наверное, вряд ли кого-то получит убить, или нет, они этот сумасшедший файт продолжают все-таки, Найтсталкер пришел, есть Даркнесс, ночь еще, в принципе, тоже будет достаточно долго длиться, попытка хотя бы кого-то догнать. Бегут. Пауэршот мимо. Ноуфира все равно преследует. Паник рядом может помочь. Ноуфира есть ТП. Бамбу вынужден цеплять. Ай, Ноуфир пытался, он, конечно, здесь зателепортиться, но нет, он понимал, что его вряд ли отпустят и не стал телепорт тратить. Ну и что поняли клевера? Клевера поняли то, что имперцы их читают, не бегают по одному, не позволяют реализовывать там прыжки Сларка, вот этот вот Вижен, Найсталкера, их скорости, и просто навязывают лобовые драки. В лобовых драках имперцы смотрятся, ну, в разы увереннее, потому что, с одной стороны, у тебя Сларк, которому нужны артефакты, и дамажит он там, ну, одну цель, так, неплохо. Я не знаю, я бы сейчас застрелил бы хвоста за это, то, что он сейчас сделал. Ну, может быть, тут на топе, короче, были спауны големчиков и сатиров. И он их забрал. Всех, ну, бывает такое. Я думаю, тебе хватит, все, дай мне пофармить чуток. С одной стороны, у тебя Сларк, которому нужно очень времени для того, чтобы он мог сноуболиться, а с другой стороны, Гирокоптер, который дает огромный кулдаун, имеет мощнейший нюк в доте, это Рокет Бэрэш, и из-за этого у клеверов очень... Набалтывает банки. Проблемы. Прыжок, есть разгон, кулдаун сверху, Рокет, бедняга. Ну, очень больно, опять же, вкатывается навстречу своей смерти без каких-либо вариантов. Резолюшн достается фраг.
Молодцы. И теперь у клеверов остается последняя такая возможность, это попробовать заспид пушить. Но вот тут есть очень приятный момент, то что Resolution, как мы знаем, сделал себя боевого алхимика, купил себе Blink Dagger с Warcast, и он в соло забирает почти любого героя за прокаст. Да. Плюс еще фармит лотар, чтобы улучшить свою инициацию. Ускорить, то есть у него будет уже несколько вариантов, из даггера синициировать, и с инвиза, вот фаника врывается, телекинез, будет ли что-то, что-то, кто-то, судя по всему, решили все-таки его продать. Далее. Ну вот, уже более-менее начинает получаться. Клевера начинает работать по боковым линиям, где, ну, впятером группа кучковаться неудобно, и берцы, ну, раз такие дела, то просто пошли забирать центральный ТВРА. Radiant's middle tower is under attack. Warty, чтобы можно было нападать под Визином. Сларку очень необходимо лотхитить этот тауэр, для того, чтобы у него наконец-таки появился Shadow Blade. Dyer's, да, он лотхитит, теперь можно добирать Shadow Blade, уже будет более-менее опасней. Конечно, пока смотришь на этого алхимика, и страшно становится. Но, в принципе, кроме одного Solar Креста на живучесть, у него больше ничего нет. Ну, плюс у него ультимейт уже второго левела, что тоже его делает плотнее. Дают товара Empire или все-таки не будут отдавать на халяву? Да, не верят в то, что Империя может просто так отдать тауэр, если он был под Shadow Blade, в общем-то, не подцепил. Паник. Паник на позиции. На Вижена ему не хватает, чтобы на кого-то взять чарж. И Пайкат пошел скаутить. Разведка есть. Разведка докладывает то, что тут космическая корова. Поддержка. Ай-яй-яй, а там разгон. И отменил разгон. Нет, не отменил разгон. Отменил разгон. Чарж юзается в мидл от фаника для того, чтобы просто уйти или куда-то там в другое место. Неважно, в общем, он ушел. Имперцы сейчас все прекрасно понимают. Снизу стоят варды. Снизу нет никого. Никто не забирает большую пачку крипов, следовательно, в своем лесу их нет. Также немножко контролирует центр. То есть пока, ну, логически, в принципе, логически понимают, что сверху бегает большое количество людей, предпринимают решение понаглеть, и, может быть, у них даже получится завалить Рошана, потому что, ну, очень высокий дэмэдж. Минус армор от алхимика, минус армор от Solar Креста, тут еще гирокоптер наяривает как надо, и Рошан падает. Да, Рошан падает без каких-либо вариантов, гирокоптер достается Аегис, алхимик уверен в себе, что он не умрет, ну и, в общем-то, наверное, есть у него на то причины, с какими-то айтемами уже выходит в кирасу какую-то, будет, конечно, наваливать нереально жестко. Тяжело, тяжело, конечно, и сейчас дается клеверам, им совсем не позавидовать, игра, тем более, может стать для них последней, телекинез, попытка забрать Алоху, Алоха пока живет, принцип это не успевает, к сожалению, для него, Алоха отваливается, проблемы небольшие у гирокоптера, отжирается ловкостью довольно неплохо Пайкат, но, в принципе, у нас вот надобавил очень много, еще умудряется убежать в самый последний момент, минутнули в ответ двоих, Рокет Бэрэжа, Пайкат тоже погибает, даже Аегис выбить не удается, даблкил оформляет хвост, какая хорошая игра, какие хорошие манты, как же друг друга грамотно поддерживают и не бросают, ну, вот в такие моменты. Как же здорово они развели, поставили двух героев, которые, ну, казалось бы, не очень быстро перемещаются, просто стоят и впитывают, это гирокоптер с Брином, а в это время Баратрум с алхимиком имитировали пуш снизу, но мы ментально перетянули за счет Чарза, за счет Чаржа и за счет блинков. Да, да. Клевера такого явно не ожидали. И осталось буквально чуть-чуть до кирасы Резолюшену, и дальше уже, конечно, с этой машиной будет справляться. Нет, очень тяжело. Ну, пока можно сказать так, что клеверов, не знаю, спасет какое-то чудо. Я, правда, не вижу здесь такого того, кто может перевернуть, потому что вот какие-то там, не знаю, магнусы, там все, что по терминам войдет, Дарксиды, это все отсутствует. Им нужно очень много айтемов. Пошли. Нашли хвоста. Все, бомбу все понял. Просто, ну, не просто так здесь, наверное, тусит, потому что остался ты один тавр сверху. Перцам лучше всего эти товары снести и выйти в пуш. А Резоль, посмотри, что творит. Он стоит в позиции, знает то, что, скорее всего, клевера попробует поспекушать и выходит на зацеп. Раскатывает бомбочку, видит Верочку, врывается в нее, подходит вся его команда и бежит корова, прям в них врывается. Сакса дает пинка, и Сларк думает, врываться или не... Но Фаника, по идее, здесь уже приговорили. Он хочет еще кого-то найти, но пока больше никого найти не удается. Разгон на ноуфира, колдаун полетел, проблемки могут быть, отступает отсюда Никва. Нико под жестким фокусом, Нико разорвали на части, убили также Рубика и пытаются отсюда уже ретироваться секси бамбу. Яму Старка. Яму скорить себе был. А, я понял, он забрал курьера, да?
План имперцев был понятен. Они, в принципе, правильно действовали. Единственное, что, вот, ну, возможно, немножко рано ворвался в паник, потому что... Интересный момент, смотри, да. У алхимика закончилось действие ульты, 16 секунд еще кулдаун, есть у него, конечно, соло-реквест, но больше ничего, он же ульти не видит. И хватает, ты ж посмотри урона, чтобы забрать, и сколько много голды, боже. 1000 голды сейчас срубает Сларк, боже мой, какой же джекпот он срубил. Больше. Не, он 1000 срубил, а остальное отсыпало Найтсталкеру. Смотри, 1000 плюс 759. Нормальненько. Так, вот ну и перца нужно завязывать, но надо вспомнить, что Сларк — это существо опасное. В принципе, один на один, если он кого-то ловит, и дать ему совершить комбинацию из двух дарпактов и двух паунсов, на это нужно всего 8 секунд, то он забирает многих ребят, и поэтому по одному двигаться полностью, нежелательно. Полностью согласен. И на секундочку, если просто как бы вспомнить, это один из самых сильнейших хардкерри, если он дойдет там до айтемов таких, как Скади, какие-то там баттерфляи, абиссалы, БКБшки, может быть, или еще что-то. В общем, наберет нетворс хотя бы в 15 или там в 16 тысяч, все. Если у него получится кого-то побить там буквально 10 секунд, наворовать там себе 30, может быть, 60 ловкости, то потом уже никакие алхимики его не становят. Поэтому да. Имперцам нужно идти и продолжать играть в активную доту 5. В принципе, так они сейчас и делают. Вчетвером выдвигаются наверх. Алхимик так аккуратненько отпушивает acid спреем центр. И у Клировки шанс может быть все это взять. Неприятная немного ситуация для резолюшена. У него есть уже деньги на кирасу, но курьер отсутствует, и, соответственно, забрать не получается эту кирасу свою. Ну, приятный момент, то, что Рошана, как мы видим, точнее, Аегис, он все еще у гирокоптера, поэтому торопиться нам некуда, и можно дальше продолжать выфармливать. Снизу Найтсталкер. Ну, вообще, клеверам вот сейчас вот молодцы. Они понимают, что во вражеские леса уже лучше всего не двигаться. Все-таки там значительный перевес по деньгам. Все еще 10 тысяч ведут. И выходят во вражеские просторы. Так, и здесь может Барика. Быть встреча. Здесь увидели Барика, увидели Барика, который перетянулся вниз, в итоге... Чеклсов не связывает, Бэйн успеет хоть что-то прожать, нет, Бэйна разорвали просто в дребезги Резолюшн, также под диким фокусом Резолюшна тоже убивают, и Ноуфир может отъехать, кулдаун, будет ли драться, врывается в фанник, грейвом себя Ноуфир выживает, он по максимуму вытягивает свое время, уходит с телепорта, нет, он не ходит с телепорта, судя по всему, он решил еще и похилить своего тиммейта, фанник. Куда? Выкупился алхимик, бежит за Сларком. Сларку нужно убегать. Есть прыжок, есть лаптар. Убегает. Боже, баночка застанила, он там успел пайкат прожать дарк-пакт и в итоге выживает. Пропал-то у нас паник под свой ульт. Я даже не заметил, как он замахнулся. То ли анимации не было, то ли я такой слепошарый. Непонятно. Но тут такой жесткий сумбур, конечно. 3000 голды отвоевали в очередной раз клевера. Вот сейчас они показывают молниеносную реакцию, что нужно использовать свой последний шанс на варде. Увидели Паратрума, который перетянулся вниз. Также они, по-моему, увидели гирокоптера, и тут же побежали рискованно в центр Бэйна с Дазлом лупить. Пока действует очень уверенно. Резолюшн стоит задуматься о том, чтобы свой ультимейт сейвить. То есть, в принципе, уже есть арты на фарм, он может фармить и без ульта, но вот так вот неожиданно получилось, что два раза его поймали на сайленс. Да, два раза его поймали, два раза он мог, в принципе, успеть нажать ульту, но потом на него еще и вешается сайленс и так далее. Да, в КД было. Не, я имею в виду в плане успевания, то есть он успевал бы прожать, если бы был ульт. А в КД, понятное дело, что там без вариантов. Ну что, разгон. Разгон на пайката, понятное дело, что здесь нет смысла бежать дальше. 2000 голды у Сларка, такими темпами он себе завершит быстро скади, либо, может быть, он решил сделать себе линкин даже, кстати говоря, тоже неплохой вариант. Я думаю, здесь, учитывая то, что вот Найтсталкер делает очень хороший айтем против алхимика, наверное, вообще один из лучших, это Лотус Орб, то, скорее всего, скади, потому что против алхимика, у которого нет БКБ, Лотус Орб — это, наверное, самая мощная вещь. Потому что баночка улетает в ответ. Да, это очень сильно. И против Вина, вот, тоже нормально. Тем более в момент, когда на алхимии, хотя у него кирасы, конечно. Так, ну да. То есть клевера сейчас понимают то, что они все равно не сильнее, потому что все следующие замесы, когда они нападали на имперцев, они были в большинстве. И раз уж они видят, как империя наносит ответный удар снизу, всей толпой, то лучше всего идти и фармить всю карту. Вот тут Слав пофармивает стаки, сверху у нас Тусик продолжает добивать себе меку. И в принципе до Рошана время еще есть, но фармить свои ключевые артефакты. Интересно, что возьмет. 1138.
А варианты два, это либо БКБ, чтобы жить, либо блинк, чтобы эффективнее гангать. Ну, я думаю, нужен блинк. Нужен блинк обязательно. Голосую, да. Тоже голосую за блинк, чтобы можно было как-то, может быть, там на Дазла первым ворваться. Секси бамбу. И проблемки. Пытается дофармить свой лотосуорб, и по итогу на него нападает. Лотосуорб немножечко может позже. Может побегать. А баш, а 17%? Не-не-не-не. Такие не уходят? И да, фаник таких не отпускает. Ну и можно попробовать забрать Т2 Тауэр в центре. Такие имперцы, так вот, Браво выходят наверх. Естественно, помешает им этот Тауэр забрать никто не сможет, но можно воспользоваться тем, что нет ТП у Алхимика. И на миде драться будет тяжело. Кстати, знаю, имперцев могут на Т3 пойти. Потому что клевера немножко обнаглели, они пока не ТПшатся. Да-да, вот только-только они это делать начали. И самое время... Ой-ой-ой, прорывается. Самое время заходить. Да, Сларк, ой-ой-ой, а Сларк то находит дабл дэмэдж, ему прилетает ролл. Ой-ой-ой, это очень интересно, может быть, у Алхимика скоро закончится ульта. Алхимик, конечно, сейчас под ультимейтом еще и Дазла, и, в принципе, такую машину пробить вообще нереально. Главное дождаться, когда у него закончатся оба ульта. То есть вот сейчас уже закончился первый, также заканчивается вив Дазла, и лучше подождать. А какого левела Эмфибол? Эмфибол промакшены. Эмфибол просто по-царски промакшены, и у Сларка становится очень мало урона, даже с дабл дэмэджем. Посмотри, у него осталось совсем ничего. Ну да, и в его случае нужно фокус Бэйна. Если Бэйн будет поддерживать Инфибл, как я не знаю, сбрасывает ли Дарпак, то... Нет, не сбрасывает, вообще ну, ничем не сбрасывает. То есть нужно Бэйна вырезать сразу. Пошел. ДД закончилось. У Резолюшена есть ультимейт, нужно его, конечно же, прожимает. И пошел кулдаун. Оттеснили немного, Алхимик сам себя сейчас забашил. Но все равно там дикая регенерация, спроюзается в ответ. Шейклшот! Но не связывает двух героев, одного только. Тяжелая позиция, Алхимик стоит, танкует, вся остальная команда находится на горочке, лучше всего не воевать, и клевера принимает правильное решение отступать. Контринициация, баночки не в кого закидывать, уже тут инвиз, и не имеется пока ни сентри, ни гема, никого детекшена, это, конечно, плохо. Можно было бы забрать. И в итоге подставляется, как же глупо подставился Рубик, есть фраг. Теперь, наверное, имеется какое-то подспорье для захода на хайграунд. Ай-яй-яй, Кир остался, один прыгает. Грейт, но его так просто забрать не получится. Вообще не получится, можно Сларка забрать, вот, потому что у него-то кое-что в ХД, сейчас Баратрон на него нападает, и защитили. Пытаются очень сильно... Очень сильно пытаются друг друга растягивать, раскачивать как-то вот, расшатывать, не давать как минимум пушить. Вот сейчас Рубик уже воскресится, в спину заходит Сларк, дразнит он своими вот этими мувами. Ведь его, по сути, тоже достаточно сложно зацепить. Знаешь, нет, смотри. Шекл не связывает. И опять опадение на Ноуфира. У Ноуфира Грейв имеется в наличии. Обязательно он на себя его вешает. Сларк продолжает набирать себе статы. Банки уже накручиваются. Рокет Бэрэш колдаун сверху. Баночки залетают. Только это порвало. Гем выпадает. Очень серьезные проблемы у ЕГЭМа. За Найтмарили его. Врывается сюда Тускар. ЕГЭМа потащил вместе с собой. ЕГЭМа в итоге похоронили. Шекл-шот хороший, но толка от него пока что маловато. Пока вгрызается в гирокоптера. Дэмэджа залетает очень много. В ответ гирокоптер чихал на все происходящее. А вот Пайкат отправили в таверну. Байбек от ЕГМа. У Пайката байбек уже был потрачен. Его второй раз отправили в таверну. Ой-ой-ой-ой-ой. Ситуация совсем дрянь. Пируэт совершает у нас паник. Под грейвом на всякий пожарный. Трипл килл уже тем временем делает. Это годгейм. Вот так вот, достаточно, ну, просто, что ли, третью карту выигрывают ребята из Empire. Поздравляем, просто поздравляем Империю с первым местом. Шикарнейшая игра. Аплодисменты им. Просто браво. Браво, браво, браво. Еще раз браво. Здесь очень много всего, на самом деле, можно будет сказать по этой игре. Ну, опять же, стоит поаплодировать 4CL. Ребята тоже очень хорошо сыграли. Отдельно, я не знаю, отдельный респект Пайкату за его великолепные игры. Ну что ж, более детально, я думаю, разберутся.